Сегодня Московская торгово-промышленная палата выступает партнером мероприятия. Мы здесь стоим нашим небольшим стендом, которым приехали наши сотрудники, рассказать посетителям сегодняшнего замечательного мероприятия о том, в чем заключается наша деятельность, помочь ответить на некоторые вопросы. А сюда в основном приходят именно с вопросами о том, как развивать свой бизнес, как находить новых партнеров, клиентов, как развиваться в зарубежные страны и так далее. Поэтому мы пригласили сюда наших специалистов и готовы всем помогать. Московская ТПП существует на основании закона города Москвы о торгово-промышленной палате города Москвы. И у нас очень широкий спектр деятельности, включая и внешнеэкономический блок, и работа с регионами России. И поскольку в палату входят около 4000 предпринимателей официально в Союзе, то очень много нашей активности связано с взаимодействием членов палаты между собой. То есть во многом те, кто приходит в палату в первый раз, понимают, что они обязательно могут найти и партнеров, и клиентов, то есть заказчиков среди членов палаты. Для этого мы также сделали и нашу собственную интернет-платформу по обмену деловыми предложениями, которые сейчас 30 других торгово-промышленных палат подсоединились. И поэтому ТПП вот в рамках своей B2B-деятельности помогает ему донести свое деловое предложение до максимального круга заинтересованных лиц.